Это кушон, который мы вручаем за выигрыш в игре «Что в коробке». Держи его вот так, прям держи, держи, держи. И мы потом переезжаем. Вот кто его выиграл, да. Привет. Так, сейчас, короче, я тебе объясню. Открывай. Обычно же все очень безумно любят вот это вот силу процесс открывания. Прямо шапогуликов колбасит в этот момент. Такая вот штучка. Что мы видим? Да, я могу сказать, что я ее открыла. То есть она была в индивидуальной пленке. Я должна была проверить, не разбилось ли зеркало. Все ли в порядке, есть ли там внутри кушон сам. Да, вот, короче, открывай, всем туда интересно заглянуть. Сейчас, сейчас эту штучку уберу. Опа. Да. Вот. Что мы видим? Что мы видим? Значит, вы вот это вот туда хоп, так этой штучкой. Вот этой. Да. Вот этой штучкой. Да. Можно, можно краешек. Это логичнее будет. То есть краешек погрузить. Да. Дави, дави сильней. Еще. Какой процесс, боже. Да. Ничего, набралось? Набралось. Не умеешь ты пользоваться кушоном. Господи. Вот, вот он, вот. Вот. Нормально, да. И все, и теперь, короче, под глазки поехали. Вбивающими движениями, да, именно вбивающими. И все. Не растягивай этим кожу. Видишь? Ну, вижу, да. Вот теперь видно разницу. Вот, девочки. Там без всяких баз, да, сразу раз-раз-раз-раз-раз и все. Покраснения любые, вот именно вбивающими. Вот так вот. У тебя вот здесь вот еще что-то светит в уголке. Видимо... Уголок. Уголок, да. Говорю? Да. Сейчас вот, приехав в Ангарск, после 5 месяцев отсутствия, я понимаю, что мне нужно было сделать это раньше. Потому что, сидя в Ангарске, ты не увидишь весь мир. А именно там, даже в Китае, можно встретить столько интересных людей со всего мира, что, ну, я не знаю, никакой институт это не заменит. Институт — это просто, ну, просиживание, грубо говоря, штанов. Вот так. Мое мнение. Сколько она теряет? Да. Нет, ну вот ты как раз начала, что она не понимает, вот сколько она даже не, типа не понимает, сколько она теряет. Это мы типа сейчас видео. Да. Доказательство. Да. Сколько, ну, она не понимает, что она теряет. Да, не понимает, что она теряет. Институт это, ну, это институт, я не знаю, он никуда не денется. А именно молодость и возможности уехать, они проходят вместе со временем. В институт можно пойти и в 25, и в 30. Ну, до 70. И даже в 35. Во сколько хочешь, да. А моделинг, да. Извините. Да. И чем девочка чем раньше, будет тем взрослее, лучше. Тем больше будет у приглашающих агентов вопросов на предмет того, а где она была, а что она умеет. Там и так далее. А ей уже 24, а она только уже... да, а она еще нигде не была, то есть нет, нам лучше фреш, там нам лучше свеженькое личико, да-да. И так далее. Вот. Вот этот город, он никуда не денется. Он как стоял, так и будет стоять, так же, как и все его вузы и вузы в близлежащем Иркутске, да. Вот, а ты сколько занимаешься уже у меня? Давай-ка посчитаем. 15 лет. То есть уже 5, офигеть. Прошло 5 лет, боже мой. Так, время быстро летит, поэтому надо... Успевать, брать, девчонки, да. Да. Надо брать жизнь за шкирку. И выжимать вообще из нее все соки. Одна модель сказала такую замечательную фразу, говорит, боже мой, жизнь такая короткая. Это правда. Кажется, ой, 3 месяца так долго, а пролетают просто вот как один день. Уезжаешь и думаешь, да я же недавно чемодан распаковывала. Только прилетела уже уезжать. Да, есть такое.
вообще ужас. За миг своей жизни и проживайте его на полную катушку. Вот что я посоветую. И такие возможности дает модельный бизнес. Да, прорекламировать. Жалею, что не поехала после школы, послушала маму, пошла в институт. Просто у мамы воспитание советское. Она думает, что да, институт это вот, ты закончишь институт, и все дороги в жизни открыты. Но это не так. Время уже поменялось. Сейчас не Советский Союз. Нужно искать, скажем так, современные методы устройства своей жизни. Причем успешного устройства своей жизни. Поэтому чем раньше начнете ездить, тем лучше. Поза, кстати, лидера по ногам. Вот так вот. Так садятся лидеры. Все, кто заканчивает школу, мой вам совет сердечный. Не идите в институт, лучше езжайте. Если есть данные, конечно, если есть вызов. Если вам не понравится, в институт можно поступить и на следующий, и через год. А вот поездить уже не удастся, время уйдет. Нарастут новые, красивые, длинноногие. Они каждый год нарастают. Да. Походите по всяким там модельным агентствам, там... Kids, Baby, Mega, Super, Star, и вы там посмотрите, сколько у вас растет конкуренток. А их там растет очень много, они тоже красивые, и родители их соображают немного больше, чем ваши. И поэтому вот так вот. Поэтому, да. После школы все садимся в самолет и уезжаем. Ева. Она тоже подтверждает мои да, слова. Да. Уезжайте, уезжайте. Ура! Черемуха выжила. Мы, кстати, разобрались, кто это были. Вот она, красуется, видите? Немного, но есть. Вот эти мерзкие, страшные жучки, это, оказывается, были личинки божьих коровок. Мы разобрались. Это поворот. Да, вот они поэтому и божьи, что когда на деревья нападает что-то, они вот как бы, видимо, это... Все бегут, приезжают и прибегают, прилетают и спасают.